Привет, мои дорогие любимые. Сегодня у нас пятница, 27 число, и поэтому сегодня у нас постный день. Видите, какая шкурочка? Ее даже не надо ножиком чистить, просто вот так снимаешь и все. Вот так. Так, Юлиш, понимаете, не можешь одной рукой показать, вот видите, и все. Пошло, пошло, пошло. Не надо даже ножиком. Да, поэтому жареного, вареного нельзя. Ой, господи, вареный можно. Жареного нельзя с масличком, а жир надо, чтобы поступал в организм. Авокадо для женщин вообще очень полезно. То есть, ну, одной рукой я буду так долго, конечно, чистить. Ну, вы поняли. Все, мы вот. Понимаете, 2 рубля в кубе. Вот же можно вот так показывать, как чистится красиво авокадо. Так, еще дальше мусорник в виде двинь. Очень вкусно, конечно. Я сейчас собираюсь перекусить. В душ уже я сходила. И пойду скуплюсь, потому что, ну, такая информация уже пришла, что, ну, лучше... Что ж таким они сегодня, а? Юля, сконцентрируйся, пожалуйста. Я, видно, голодная, поэтому мозги еще отключены. Шучу. На 12 недель надо закупиться, вот так скажем. На 12 недель у меня явно продуктов нет, вот явно. Поэтому я сейчас пойду куплю, наверное, рис, макароны. Да, не очень я люблю макароны, но мне кажется, за 12 недель я даже макароны полюблю, потому что там все-таки витамины В. Если хлеб закончится, я, конечно, могу попробовать испечь. Дрожжи я тоже возьму. Но я никогда не пекла, поэтому, не знаю, знаете, да, по последним данным, за границей на 10 тысяч каждый день прибавляется больных. То есть я подозреваю, что Турция это тоже ждет. Надеемся, что нет. Смотрите, какая маленькая косточка, видите? Вообще бусинка. То есть это хорошие такие, ну, авокадо. И вот так нарезаем, нарезаем. Нет, понятно, если вы готовите гостям, надо это делать все в перчатках. Это естественно. Не потому, что сейчас вирус, а вот просто потому, что так надо. Но если ты знаешь, что ты будешь есть сам, то так. Можно крупнее нарезать, потому что очень мягкий, и потом просто вилочкой все равно будешь вот это все снимать. Авокадо, конечно, классные, хотя они заканчиваются уже. Я, знаете, вам сказала, что вот я не ем там мясо, ну, редко покупаю рыбу, то все, но... Я же часто покупаю авокадо, потому что если постные дни, а жир надо, чтобы поступал в организм, то, конечно, я покупаю авокадо. То оно же не очень дешевое. То есть сейчас на 3 штучки, вот таких 3 штучки, стоит 10 лир. Вот. То есть 2 штучки у меня, ну, на целый день не хватает. А иногда за один присест съедаю. Да, у меня такой красивый халатик еще с Хмельницка. Ему уже... Юля, это... Ты в институте училась. Ну, 15 лет точно есть. А может и больше. Не, наверное, 15. 15, да. И вот так разминаем все. Красиво, красиво. Да. Оно же как масло. То есть даже полезнее, чем масло. Нет, если смотреть, когда раньше было масло, вот прям натуральное, да, без всяких добавок химии. Но здесь такое очень тяжело найти. На базаре. И то все равно ты чувствуешь все-таки там, ну, как бы... Не прям такое. В магазине есть в Мигросе, я одно нашла. Ну, получается дорого. Хотя, мне кажется, надо будет сегодня все-таки купить. Я на базаре чуть-чуть взяла. Но когда закончится пост, на 12 недель мне явно его не хватит. И возьму кошар. Кошар это, ну, типа голландского сыра. Потому что, ну, творог, понятно, после морозиловки может быть не очень хороший. Хотя, вот мне Роза привозила творог. Он в такой баночке был, пластиковой, и я вытащила, очень вкусный. Ну, то есть, потому что тогда был пост, и я после поста ела. Очень классный, ничего ему хуже не стало. Просто, к сожалению, у меня морозиловка не такая большая. Мне там пассировку я, Юлечка, наморозила. Вот, и смешали. Теперь берем лимончик, лимончик. Тут уже по вкусу, как там. Много, немного. И солечка. Соль. Пятёлечка, Юля. Всё. И паста для того, чтобы намазывать на хлебушек, готова. Очень-очень вкусная. Юля, мы же сибачили этой авокадо. Ну, может, что-то еще не видим.
Видите? Мне еще соль надо. Иногда мне хочется долечками просто порезать. Я иногда так делаю. Вот просто не хочется пасты. Иногда нарезаешь долечками, тоже заливаешь лимончиком, солькой, и оно прям по-другому как-то. Хлебушек с испаркой сейчас разогрею. Оно когда в микроволновке разогревается, вообще как свежий. Так что вот так. Всем приятного аппетита. Вот тоже такой большой этот хлеб с испаркой. Ему, ну, его на неделю хватает. Я взяла, по-моему, 4 буханки есть. Ну, то есть, а потом уже буду смотреть, как или буду печь, или буду идти покупать в магазинчик. Вот такие будут 2 бутерброда. Привет, мои дорогие любимые. Сегодня 27 марта. И, в принципе, я уже сидела на домашнем карантине. Но пришла новая информация, что в лучшем случае карантин будет до сентября. А это значит 12 недель, да? Ну, не знаю, сколько точно, но я поняла, что еды у меня не хватит на этот период. То есть пока у нас еще не так много больных, да? Понятно, что половина ходит уже, ну, как бы в инкубационном периоде. Возможно, я тоже. Это не исключает. Но я решила пока закупиться, вдруг что, я буду знать, что мне не надо никуда бежать, что еда есть. Я уже в перчатках, да, и сейчас я буду надевать маску уже из дому. Почему? Потому что я иду по коридору, где могут бегать маленькие дети. И если я уже заболела, да, а они от меня заразятся, то там меня по головке никто не погладит. То есть, если меня кто-то заразит, я не переживаю. Вы знаете, мне очень везет, что я живу с той стороны, со стороны сада. Потому что вот эти машины, что сейчас ездят, я их вообще не слышу. Они идут с другой стороны дома. Спасибо, что я поселилась не с этой стороны. Потому что это какой-то кошмар. У нас как проездная улица здесь. Я даже не знала. О, открывается. Открывается Костко. Здесь по оптовым ценам продаются, ну, сладости. Они сладости выпускают. Отвлеклась, Юлечка. Вот, вон вижу, молодец, мужчина тоже идет в перчатках и маске. Иду я в магазин, курточку одела. В принципе, не очень холодно, но пасмурно, и как-то в кофте не хочется идти. Ладненько, пойдемте. Одеваю маску обратно. А это моя Квиточка. Собачка прибежала. Смотрите, тут уже цены, но бананы, в принципе, так же, как и на базаре. Здесь всегда пишут скидки. Как в маске. Но я все равно всегда эти двери открываю спиной. Почему-то. Потому что эти надо держать, эти надо открывать быстро. Чтобы не застряла колясочка. Вот. Ага, чеснока нет. Когда чеснок привезли, даже было дешевле, чем на базаре. Но он, правда, не очень. Так, мука у нас еще. 14. Зацепился за мойку. 14,75. 5 килограмм. А, водичку еще тоже возьму. Это... Ой, так тяжело что-то в этой маске дышать. Ну ничего, лучше дышать в маске, чем под капельницей. Вот так, все на месте, все есть, сладости. Ну я в Бим пойду за своими шоколадками. Вот, посмотрела здесь цены, сфоткала. Ну, я смотрю, как-то поднимаются цены на продукты. Именно на те самые основные. А, сахар еще не посмотрела. Вот сахар 2,5, 9,45. И это 2,75. 5 килограмм. Знаешь, покупаешь раз в пятилетку, поэтому даже не помнишь, сколько точно было. Мороженое. С удовольствием бы купила. Да ладно. Мороженое еще дешевле? Ну, некуда ставить. Некуда ставить. Вот честно, с удовольствием бы купила. Ну, знаете, если выбирать курицу или этот вот, то, конечно, и мороженое, то, конечно, курицу. Ого, смотрите, была на скидке мед. Сейчас опять на полную. О, варенье еще забыла, надо будет купить. Ой, уже все не могу дышать. 700 грамм, 8,95. Так, иду в Бим и чтоб посмотрю. Вот этот кошар я не что-то не очень. Все есть в магазинах, без проблем, как бы. И людей мало. Ага, сейчас колонию спрошу.
Вот до кокуса нет, это не то. Колонии не вижу. Видите, собирать старые вещи. Девочки моются тоже в перчатках, в масках. А мне, когда выбрасывала старые вещи, так не было никого. Я соседям отдала, они выбросили. О, Аллах-тан гелен бир шей айры. А может, даже починили, у меня был сломан пылесос, но он уже был старенький. Поэтому я сейчас заметаю. Ой, 2 минуты сниму маску, не могу, тут никого нет. Мне кажется, что у меня даже нос, знаете, приклеивается. Не, ну лучше так, чем, понимаете, болеть потом, естественно. Или кого-то заразить. Уже ладно болеть. Я думаю, переживем. Ну, не переживем, на всю волю Божию. Но, вы представляете, я вот сейчас только поняла. Врачи делают операцию, целую операцию в этой маске. Целую операцию. Не так тяжело дышать, это просто нереально. А они должны делать очень тяжелые операции на сердце, на мозг. То есть там, где нужно настолько сконцентрировать все полностью, и ты еще при этом не можешь нормально дышать. Вот реально ты не можешь нормально дышать. Я вообще как будто задыхаюсь. Но ничего, лучше так. Вон, смотрю, девочка тоже идет, маски и перчатки, молодцы. Покажу вам, какая весна. Красивое у нас, да, сегодня пасмурное небо. Завтра вообще дождь, по-моему, 2 дня передают. Мушмула. Я обожаю мушмула. И называют еще Ени-Дуньян. Я, кстати, всегда знала, что Ени-Дуньян – это новый свет. Это оранжевые такие они потом получаются. Очень вкусно. Ну, мне, например, нравится. Да, много косточек внутри. Ай, смотрите, апельсинка. Апельсинка. Уф, какой аромат красивый. Кто-то падает мне. Никто не занимается. Я сидит дома. Это моя коляска. Встали, коляска не могу рукой найти. Ивы там цветет. Цветет. Новое слово Юля придумала. Цветет. Цветет дерево. И мушмула. Заметили, да? Апельсины, мушмула. Мушмула, апельсины. Ну, то есть, правильно, а что садить? Клены. Ну, тут кленов вообще очень... Мне кажется, я один раз только видела клены. Так, видите, от меня вот до Аюзбера минус 5. И оттуда к Биму минус 5. Вот это дерево цветет. Цветет. Так, заходим в Бим. Видите, какие, кстати, тут по хорошей цене платьичко девочкам, да? Такие же, может, на 5 лир дороже, чем на базаре. Я думаю, если сторговаться, то так и получится. Здесь ремонтируют машины и ключи делают к машинам, поэтому у нас здесь столько машин. Да, а вы думали? Я вам когда-то показывала, они мне чинили этот комбайн. Комбайн мне чинили. Нет, так они не чинили комбайн, но так получилось. 5 BMW. Вот мы видели тогда красный, а сейчас синий. Юля, тоже интересно, красный-синий. Люди по маркам смотрят, а не по красный-синий. Ну, кто-то по маркам, кто-то по красно-синим. Да ладно. А, это я не то читаю, я уже думаю. Вот турецкий кофе, МХТФ, не 5,95. Подняли цену, а качество тоже плохое осталось. Ой, сейчас захожу, женщина говорит, ты снимай. Забыла спросить, или дружи были в этом, в Аюзбире. И орешки не посмотрела, сейчас здесь посмотрю. Радости хватает. Ну, здесь мне самые вкусные все-таки мои шоколадки. И они, в принципе, получаются недорого. По сравнению с этим, оно что, на один зуб взял и все, уже забыл, что ты там кушал. Да, вот таких полным-полно сладостей. С чаем. Не можно эти купить, но я не очень любитель небольшой. Ты шикляр. Мужчина отодвинулся, чтобы дать мне поснимать. Хотя запрещено снимать, я вам говорила. Так, смотрите, вот такие орешки. 9,95, в принципе, нормальная цена. Так и было. Ага. Ага, вот такой фундук уже нету. Подаем столько. Ой, ладно. Вам не надо цену. А это не та цена, вот цена. Видите, вот это орешки в цена. Грецкие орехи 12,45.
Да я думаю, лесные мне дешевле все-таки покупать. Соус мысыр. Это мысыр, это Египет, а если к продуктам, это кукуруза. Да, так смешно. Одно слово означает два разных вообще значения. Так, возьму я все-таки два симбата. Они, ну, неплохие. До 6.09. Нормально. Два хватит, Юля. Я думаю, что хватит с этого два. Ладно, еще одну возьму. Симбата. Вот смотрите, все хорошо. Курица есть, без проблем. То есть заходи, бери. Но я не буду брать, потому что мне некуда ложить. А консервы посмотрю. В тот раз я заходила, не было. Говорит, ну их мало привозят. Подождите, а что я сюда пришла? Потому что я уверена была, что здесь консервы. Почему я так уверена была? I don't know. Перепутала. Смотрите, что я видела. Это траш-колония. Тут после, ну, того, как мужчина побрился. Да, 6,60. 200 миллилитров. И вот 70%. То есть спокойно можно брать и на руки. Если это... Потому что я сейчас спросила, в Айсбире вообще нету колонии. Если там не увижу, то... А вот... Нет, это нет. Вы знаете, даже не знаю, что вам сказать. Такая всех напряженка какая-то чувствуется. Все покупают. Ну, 10 килограмм муки, ну, я не знаю, сколько лет мне придется выпекать. Ну, а там только 10 килограмм. Все, меньше нету. Сахар тоже 5 килограмм. Ну, как-то, видимо, маленькие разобрали. Они посмотрели, что маленьких очень много берут. И решили просто большие завозить. Ой, как хорошо дышать. Я вам скажу, что врачам можно памятник ставить. Только из-за того, что у них все операции проходят в этих масках. Просто памятник ставить. Потому что это невозможно так дышать. Ну и скажем так, врачи, которые зубы, да, зубники, тоже они в масках. Я как будто задыхаюсь. Ну, скажем так, Юля, будешь, если заболеешь, то еще хуже. Поэтому радуйся, что пока здоров. А там будет видно. Там все будет видно. Все на месте, как бы все. Погода хорошая. Ну, немножко тучечки. Немножко тучечки. И вот ковры люди продают. Не знаю, кто сейчас ковры покупает. Всякое может быть. Вот колонию. В магазинах нет, а тут продают. Так, 20, 16, 5. Серьезно, ребята, я пойду колонию куплю. Вот для мужчин траш колонии и все. 70%. Хотя, если не выходить из дому, Юлечка, то, в принципе, тебе и не понадобится. Что ты будешь здесь? Осталось вот столько водки. Да, мне подарок подарили. Нет, столько не дарили. Просто приезжали, они как бы и сами немножечко выпили. И то, что осталось, можно дезинфицировать руки. Представляете, с вами заговорилась, а забыла, что я в шоке шла. Вот шок, Юлечка проехала. Понимаешь, зачем мне шок? Юля, иди по дорозе. Рада, что вырвалась на улицу. Так, одеваем маску. 9-го что-то будет. Нет, ну все, до 8-го. Смотрите, мои консервы пришли. Ну, потому что, ну, это дешевле получается. На вкус, в принципе, то же самое. Если с яйцом, с майонезиком или куда-то еще добавлять, то же самое. Еще паста есть, салчасы. Макароны надо взять. Купила консервы, купила сыр, масло, что-то еще. Вот, и спрашиваю, дрожжи есть? Она говорит, нет, в Биме тоже нет. А в Айсбире, вон здесь рядышком находится. Сейчас спрошу. Она говорит, завтра будут. Я так поняла, что разбирать. Ну, потому что даже хлеб можно дома печь. Вода, мука и дрожжи. Все. Поэтому все на всякий случай. Ну, я тоже на всякий случай.